Парк Швейцарии открылся ярко и празднично с уже традиционными мэппинг-шоу и флешмобами с фонариками. Горожане с детьми надолго задержались у фонтанов и на многочисленных детских площадках. Но на этом сюрпризы не закончились. Мэрия Нижнего Новгорода вместе с администрацией парка уже продумали программу на ближайшие месяцы. В сентябре здесь пройдет джазовый фестиваль, гастрофестиваль, серия научно-популярных мастер-классов и лекции вместе с обществом знания. Мы уже составляем план мероприятий на ближайшее время. Сентябрь будет очень насыщенным. Здесь будет проходить джазовый фестиваль, гастрофестиваль. Здесь будет серия научно-популярных мастер-классов и лекций вместе с обществом знания. В ближайшее время пройдет кубок по скандинавской ходьбе. Я знаю, что в Советском районе, в Приокском районе достаточно популярный. В октябре многие мероприятия будут посвящены каникулам. Можно будет привести своего ребенка в детский центр.